К адвокату обращается клиент с просьбой взять на себя ведение бракоразводного процесса. «Почему вы хотите разойтись?» – спрашивает адвокат. «Я не в состоянии больше этого выносить. Моя жена имеет привычку ложиться спать утром». «А что она делает всю ночь?» «Ждет меня!» В кабинет к директору завода врывается разъяренная жена главного инженера и говорит: «До каких же пор вы будете покрывать во всем моего мужа? Всем известно, что он бабник и пьяница. Мало того, вчера он пришел домой вообще в женских трусах и швырнула трусы на стол». Директор ей говорит: «Успокойся, сейчас мне некогда, но я завтра разберусь и приму меры. А ты иди сейчас ко мне, придет делегация. А ты иди, сейчас ко мне придет делегация». А трусы со стола сунул себе в карман брюк. На следующее утро жена директора стала гладить его брюки, нашла трусы и кричит мужу: «Петя, когда кончатся твои дурацкие шутки? Я 2 дня ищу свои трусы, они у тебя в кармане». Встречаются 2 мужика на том свете. «Ты как умер?» «Замерз». «А ты как?» «От смеха умер». «Это как?» «Ну, я у любовницы. Звонок в дверь. Я в панику. Муж. Она ему мусорное ведро в дверь подала. Пока он ходил, я оделся и ушел. Прихожу домой, звоню, а жена мне ведро протягивает. Я все понял. Ворвался в квартиру, все перерыл, а никого не нашел. Сел на диван, смеялся. От смеха и умер. Дурак, заглянул бы в холодильник. Оба бы живы остались». Неожиданно вернувшись из командировки, муж просыпается от подозрительного шороха и видит, как из шкафа выползает голый мужчина, закутанный в шубу жены. «Ты кто такой?» «Не видишь? Я моль». «А шубу зачем взял?» «Дома доем». Можно ли выпустить любовника через унитаз, если вернулся муж? Можно, если любовник говно. Сидят в ресторане машинист, пилот и шофер. Спорят, кого жена самая честная. Машинист: «У меня жена честная. Еду я с рейса, проезжаю мимо дома, даю длинный гудок. Домой прихожу, она одна, стол накрыт». Пилот: «Я лечу, делаю круг над домом, прихожу, все в порядке». Шофер: «А у меня перед домом спуск. Я выключаю мотор и качу до дома. Беру монтажку, звоню в парадную дверь, а сам к черному ходу. Ни один еще живым не ушел». Новая глава, которая называется «Из жизни животных, птиц и насекомых». Медведь сел на ежа и сказал: «За что я любил покойного, так это за острую критику снизу». Вовочка просит отца: «Пап, дай денег. Я хочу сходить в зоопарк на удава посмотреть». «Возьми лупу, пойди в сад и посмотри на червяка». В зоопарке отец с сыном: «Вот, деточка, видишь, это ползают пещерицы». Подходит сторож и строго заявляет: «Гражданин, если вы не знаете названий, то не морочьте голову ребенку, это не пещерицы, а черепухи». Экскурсия в сухумском обезьяньем питомнике. «Девушка, скажите, пожалуйста, это обезьяна мужчина или женщина?» «Это самец. Мужчина тот, у кого деньги есть». Едет джигит на лошади, впереди небольшая канава. Он кричит: «Я джигит, я перепрыгну!» Перепрыгнул. Едет дальше, видит канаву в 2 метра. Он кричит: «Я джигит, я перепрыгну!» Перепрыгнул. Едет дальше, видит канаву в 10 метров шириной. «Я джигит!» Лошадь, остановившись: «Раз ты джигит, ты и прыгай!» «Как бывает обманчива внешность», — сказал ежик, слезая с сапожной щетки. На птичьем рынке, в ряды, где продают птичек, рыбок и мелкую живность, вырывается мужчина. Он тащит на цепи медведя, который скалит зубы и рычит. Народ пугается, шарахается по сторонам. Один кричит хозяину медведя: «Ты что, идиот, с медведем на птичий рынок?»
Молчи, друг, мне бы только эту сволочь найти, которая в прошлом году продала мне его как хомячка. Медведь, волк и лиса сели играть в покер. Перед началом игры медведь сказал, предупреждаю сразу, если кто-нибудь из вас будет блефовать, повторяю, если хоть кто-нибудь будет блефовать, тот сразу же получит по морде, по этой хитрой, нахальной, рыжей морде. Останавливает волк в лесу красную шапочку и говорит, давай, сейчас разденусь. Да ты что, дура, пирожки давай. Волк был страшным алкоголиком, а заяц трезвенником. Встречает волк зайца, а тот едет на велосипеде. Волк спрашивает, откуда это? Ты пил, а я не пил, вот и купил. В следующий раз волк встречает зайца на машине. Волк спрашивает, откуда это? Ты пил, а я не пил, вот и купил. Через неделю идет заяц, навстречу ему летит волк на вертолете. Заяц удивился и спрашивает, откуда это? Бутылки сдал! У зайца в лесу юбилей. Все его поздравляют. Решили послать приветственный адрес и волки. Написали и думают, как подписаться, стая волков или группа товарищей. Думали и подписали, стая товарищей. Лев издал указ, запрещающий зверям пить в лесу. Кто нарушит указ, будет съеден. Первый же день лев встретил в лесу пьяного зайца. Косой! Указ читал? Читал. А почему нарушаешь? Да, я его обмываю. Ну, смотри, пригрозил лев. Через день идет по лесу и видит, из лужи торчат два уха. Вытаскивают за уши пьяного зайца. Заяц, ты указ читал? Читал. Пить зверям строго запрещено. Сейчас будешь съеден. Так ведь запрещено зверям, а нас, рыб, не трожь. В лесном туалете разбито стекло. Звери ищут виновного. Все указывают на зайца, спрашивают его, ты выбил? Заяц отвечает, вроде я, вроде не я. Сидели мы в туалете рядом с медведем. Медведь первый закончил и спрашивает меня, заяц, ты линяешь? Я говорю, нет. Он подтерся мной и выбросил в окно. Проходит неделя, опять окно выбито. Опять спрашивают зайца, ты выбил? Вроде я, вроде не я. Сидел со мной рядом еж. Я спросил его, еж, ты линяешь? Он говорит, нет. Что было дальше? Не помню. Лиса вышла замуж за крокодила. Народились поросята. Вывод, все мужчины свиньи. Идет лиса по лесу, злая-призлая, навстречу волк. Ты чего, рыжая, не в духе? Да вот, встретила колобка в лесу и говорю ему, колобок, колобок, я тебя съем. А он мне отвечает, пошла ты, рыжая, падла, а то пасть порву. Дура ты, дура, это же не колобок, это ежик из зоны вернулся. Разговаривают в пустыне два верблюда, один... Чтобы про нас люди не говорили, а пить-то хочется. По пустыне ползут две черепахи. Он ей. Ты испортила 300 лучших лет моей жизни. Идет по пустыне измученный жарой верблюд. Подбегает к нему тушканчик и спрашивает, верблюд, ты что такой грустный? Да вот, говорит, пить хочу и очень жарко. А ты бегай, как я, меня ветром обдувает. Верблюд собрал все силы и побежал. Через несколько метров упал. Тушканчик подошел, потрогал лапой лоб и говорит, замерз, бедняга. По реке плывет крокодил и видит, что на берегу сидит обезьяна с удочкой и ловит рыбу. Сейчас я ее спрошу, сколько она поймала рыбы. Если скажет, что много, то скажу, везет же дуракам. А если скажет, что мало, то так тебе, дура, и надо.
Так тебе, дуре, и надо. Подплывает к обезьяне и спрашивает: «Обезьяна, сколько рыбы наловила? Плыви, плыви, говно зеленое!» Сидит обезьяна и стучит по ядерной боеголовке зубилом. Прохожий говорит: «Дура, она сейчас взорвется, а у меня другая есть». Царь зверей собрал всех на поляне и говорит: «Все красивые налево, а умные направо». Все начинают выстраиваться в две шеренги, а обезьяна мечется то туда, то сюда. Царь ей: «Ты что, не могу же я разорваться?» В ресторан приходит мартышка и заказывает бутылку водки и стакан сметаны, ей приносит. Она выпивает всю бутылку и начинает лить себе на голову сметану. Ей кричат: «Ты что?» Она отвечает: «Вы знаете, когда я напьюсь, вот такая дура, такая дура!» Один строитель пробыл 3 года в Африке, работал он по контракту. Наконец возвращается домой. В аэропорту его встречают товарищи. Он выходит похудевший, загорелый, в пробковом шлеме. На чемодане пестрые наклейки, а на плече сидит маленькая обезьянка. Ее окружают друзья. Его окружают друзья. Ну как, в Африке? Устал, ребята, страшно. Вася, а как там в Африке с бабами? С продуктами, ребята, плохо. Все покупали на рынке. Вася, а как там с бабами? Жара днем страшная, а ночью прохладно. Что-то нам про жару, как с бабами-то там. Как с бабами? Обезьяна дергает Васю за ухо: «Папа, а пап, ну расскажи им про баб». Лошадь и обезьяна идут по полю и находят ружье. Лошадь смотрит в стволы, а обезьяна возится с курками. Обезьяна спускает курок. Лошади снесло пол головы, она упала и дергается, обезьяна: «Тебе, дура, смешно, а я, знаешь, как перепугалась». Какое самое глупое животное в мире? Корова сама пьет воду, а людям дает молоко. Пошел мужик с собакой на рыбалку. Сделал прорубь, ловит. Вдруг из лунки выныривает корова. «Мужик, дай закурить». Мужик дает. Корова: «Ну ладно, пока». И ныряет обратно. Изумленный мужик, открыв рот, смотрит на собаку. Собака: «А что я? А что я? Я сама обалдела». Ввиду того, что с кормами неблагополучно, решили скрестить корову с медведем. Пусть летом доится, как корова, а зимой сосет лапу. Сидит ворона на суку и видит, что на дерево лезет корова. «Корова, ты что это? Яблочек хочу поесть. Так это же береза. А они у меня с собой». 2 коровы сидят на лугу и вяжут. В небе один за другим пролетают бегемоты. Одна корова говорит, что бегемоты нынче разлетались. Вторая спокойно: «Наверное, где-то неподалеку их улей». В совхозе идет искусственное семенение коров. Ветеринар со специальным шприцем и банкой спермы не спеша обходит стадо. Окончив процесс, он садится в свой москвич, а тронуться не может. Коровы плотным кольцом окружили машину. Он сигналит, никакой реакции. Тогда он опускает боковое стекло и кричит: «Эй, вы, пошли отсюда вон!» И тут одна из коров с большими грустными глазами просовывает в окошко голову и печально произносит: «А поцеловать?» На обочине шоссе стоит человек с коровой. Не голосует. Останавливается москвич. Человек просит подвезти его до деревни. Водитель: «Ты что, дядь, спятил? Куда же я корову посажу?» Человек: «Посади меня, она за нами побежит». Водитель посадил путника, медленно поехал, а корова затрусила сзади. Прибавил водитель скорость, корова побежала быстрее. «Да дуй на всю железку», требует человек.
Машина пошла уже со скоростью 60 км в час, корова бежит сзади, не отставая. Водитель вглядывается в зеркало заднего вида и кричит хозяину: «Послушайте, я быстрее не могу, с коровой сейчас будет плохо, она как-то странно мигает левым глазом». Хозяин коровы спокойно: «На обгон пошла». На лугу пасется корова, а ее задней ноге вверх ползет муравей. И только он начал заползать под хвост, как корова махнула хвостом и сбросила его на землю. Тогда муравей полез по передней ноге, прополз ногу, шею, голову, залез в ухо и говорит: «Не хочешь — не надо, но зачем же в грудь бить?» Бык, найдя в траве перчатку, поддел ее рогом и обратился к корове: «Мадам, это не вы потеряли свой бюстгальтер?» Идет корова по дороге, взъерошенная, ободранная, еле ноги волочит. Ее спрашивают: «Корова, ты откуда?» «От верблюда». Семеро козлят копытами избивают волка. «Что же вы делаете, волки?» «Молчи, козел!» Сидит лягушка на болоте и разглядывает себя в зеркало. Бдыщик не бдыщик, бододавка не бододавка, а доденька! Свинья забегает с улицы в комнату, смотрит на электророзетку в стене. Какая же сволочь свинью замуровала! Почему кобели, когда мочатся около забора, поднимают ногу? Предохраняются, потому что когда мочился самый первый кобель, на него упал забор. По пустыне бегут два кобеля. «Шарик, если через 10 минут мы не встретим дерево, обоссусь на ходу!» Жак пришел со своей дрессированной собачкой в кафе и заключил с посетителями пари, что пес будет разговаривать. Однако пес молчал. Жак вынужден был заплатить проигранные пари и под насмешкой посетителей кафе пошел с собакой домой. «Из-за тебя я проспорил много», — ворчал хозяин по дороге. «Но почему ты не заговорил?» Пес презрительно посмотрел на хозяина и ответил: «Чудак, ты только представь себе, сколько мы выиграем завтра!» Кот и кошка играют в прятки. Кошка говорит коту: «Если найдешь меня, я твоя, а если найдешь, то я в шкафу». Три мышки собрались выпить. Одна говорит: «Давайте выпьем по одной рюмочке и станцуем». Вторая мышка сказала: «Давайте выпьем по две рюмочки и споем». А третья мышка сказала: «Давайте выпьем по три рюмки и пойдем бить морду коту». Кошка гналась за мышью, но та успела скрыться в норке. Тогда кошка подошла к норке и залаяла. Удивилась мышка, как эта кошка и вдруг лает. Высунулась из норы, тут кошка ее сапала и съела. То облизнулась и сказала: «Как полезно знать хотя бы один иностранный язык». Лягушка встречает подружку. «Как дела?» — спрашивает она ее. «Да плохо. Позавчера шла по болоту. Поймали, изнасиловали. Шла вчера, опять изнасиловали. Ну и что ж ты будешь делать?» «Сегодня опять пойду». Один петух говорит другому: «Давай сходим в гастроном». «Зачем?» «На голых курочек посмотрим на рынке». «Петуха продаешь?» «Нет». «Так зачем же ты его принес?» «Куры без него не хотели на рынок ехать». Зашел заяц в туалет и слышит по радио песенку: «Встаньте, дети, встаньте в круг». Заяц встал и провалился. Петух на Пасху забежал в избу, увидел на столе крашеные яйца, разозлился и побежал бить павлина. Почему петух поет всю жизнь? Потому что у него много жен и ни одной тещи. Звонок в полицейский участок. «На помощь! На помощь! На помощь! В комнату пробралась кошка!» «Ну и что? Из-за таких пустяков вы нас беспокоите?
Кто это говорит? Попугай! В зоомагазине. У вас есть попугай? К сожалению, нет, но можем предложить дятла. А что, он тоже говорит? Нет, но он овладел азбукой Морзе. Мистер Джонс купил на аукционе говорящего попугая. Выносит клетку с птицей на улицу и говорит: «Купить-то я тебя купил, но вот говоришь ли ты?» Попугай отвечает: «Дурак! А кто цены набавлял?» Три вороны сидят на дереве. Хвастается первая: купила корову. Хвастается вторая: купила часы. Третья молчит, завидует. На следующий день сокрушается первая: корову украли. Сокрушается вторая: часы потеряла. Третья смотрит на часы: ах, уже без четверти час. Пора лететь корову доить. Взлетает ворона с конопляного поля: курлы, курлы, ой, что это я, кар, кар. Спрашивают ворону: ворона, правда ли, что у тебя две ноги? Правда, правда, особенно правая. Воробей: а все-таки автомобиль менее совершенен, чем лошадь. Он не дает навоза. Голубь назначил свидание голубке в 12 часов дня на часах городской ратуши. 12 часов — голубки нет. Час дня — голубки нет. 2 часа — тоже. И только около 5 часов вечера она появилась у часов. «Почему ты так поздно пришла?» — спросил голубь. «Ведь от твоей площади до ратуши лететь 5 минут, милый. На дворе такая чудесная погода, что я решила пройтись пешком». Маленький червячок, плача, спрашивает мать: «Мама, мама, а где наш папа?» «Замолчи, папа ушел с мужиками на рыбалку». Пришел мужик на рыбалку, насадил червячка на крючок и забросил в воду. Через минуту поплавок заходил ходуном, мужик подсек, из воды вылетает червяк с вытаращенными глазами. «Мужик, ты что, обалдел? Меня там чуть не сожрали!» Слон смотрел телевизор, слониха ушла гулять. Звонок в дверь. Слон выглянул — никого. Опять звонок. Снова открыл. Смотрит — на кнопке звонка сидит комар. Слон спрашивает: «Ты чего?» «А слониха где?» «Гулять пошла». «Ну, передай ей, что заходил ёйный хахаль». Две блохи выходят из ресторана. «Так что?» — говорит одна. «Пешком пойдем или подождем собаку?» На спину слона залезли два муравья. Один говорит: «Нам бы только его завалить, а там мы его ногами затопчем». Две мухи в ресторане. Подходит официант. Первая: «Мне, пожалуйста, тарелку говна с луком». Вторая: «Мне то же самое, только без лука. Я вечером в театр иду». На вершине горы отдыхает орел и чебурашка. «Ну что, полетели дальше?» «Подожди, дай уши отдохнут». Прибегает чебурашка к крокодилу Гене. «Ой, Гена, шапокляк родила. Такого зеленого, с длинной мордой и с большими ушами. Гена, правда, мы с тобой тут ни при чем?» На адрес Пятачка и Винни-Пуха пришла посылка. «Винни», — сообщает Пятачок, — «там 10 апельсинов, значит, каждому по 8». «Как по 8, если всего 10?» «Это твоя забота, я свою долю уже съел». Чебурашка приходит в магазин и спрашивает у продавца: «У вас апельсины есть?» «Во-первых, не писины, а апельсины. Во-вторых, нет. А в-третьих, если еще раз скажешь писины, приколочу твои уши гвоздями к стенке». Чебурашка приходит на следующий день: «У вас гвозди есть?» «Нет». «А писины?» Купил человек на последние деньги на рынке грецких орехов. Раскалывает один пустой, второй пустой. Дошел так до последнего. Из пустого ореха вылезает червяк в большой кепке и говорит: «Обыдно, да?»
В зоопарк пришел человек. Возьмите меня на работу, то меня отовсюду выгоняют. За что у меня очень замедленная реакция. Хорошо, будете сторожить у нас черепах. Утром приходят, он сидит, а клетка пустая. Слушай, а где черепахи? Да только клетку приоткрыл, а они как ломанули толпой. На горке стоит старый бык. Под горой на лугу пасется стадо. На горку к быку прискакивает молодой бычок и предлагает: «Давай быстро сбежим с горки и трахнем вон ту рыжую тёлку». «Зачем спешить? Зачем бежать? Давай спокойно спустимся вниз и перетрахаем все стадо». Встречаются два приятеля. «Ты чего такой грустный? Да вот мои клопы объявили войну с соседским». «Ну так радуйся, перебьют друг друга». «Ага, радуйся. Они вчера 1500 пленных привели». Два комара залетели в спортзал. Один говорит: «Холодно». «Ничего, за ночь надышим». Мышка вышла замуж за слона. Через один день слон умирает, и мышка все плачет и плачет. А зверь ее успокаивает: «Не плачь, все равно ведь только один день с ним жила». «Да, жила один день, а закапывать придется всю жизнь». Встречает медведь мужика в лесу. «Ты кто?» «Я турист». «Это я турист, а ты завтрак туриста». Гена с Чебурашкой сидят в военкомате. «Гена, а нас брить будут?» — спрашивает Чебурашка. «Не знаю», — спросил мышки. «Я не мышка, я ежик». Фермер после гулянки приходит доить корову. Ничего не получается, никак не может потянуть за соски. Наконец, корова не выдержала и говорит: «Давай так, ты покрепче держи меня за титьки, а я буду подпрыгивать». Воробей спрашивает слона: «Хочешь кайф получить?» «Хочу». Воробей залетел в хобот, через задницу вылетел слон. «Хорошо, давай еще». Воробей залетел, а слон хобот в задницу вставил. Вечный кайф. Ворона держит в клюве сыр. Подлетает воробей, тоже пытается поклевать. «Ворона, ты что, оборзел?» «О, да». «Ты что, орел?» «Да». «А почему такой маленький?» «Болел в детстве». «Красная шапочка, бабушка, а почему у тебя такой большой нос?» «Еврей, потому что», — сказал волк и заплакал. Охотник идет по лесу и проваливается в медвежью берлогу, теряет ружье и в страхе ожидает, что будет. Потихоньку приглядывается и видит маленького медвежонка. «Папа дома?» «Нет». «А мама?» «Тоже нет». Он пинает медвежонка ногой. «Тогда че развалился, гаденыш?» Медвежонок заплакал и закричал: «Бабушка!» К врачу заходит бегемот с лягушкой на голове. Врач говорит: «Здравствуйте. На что жалуетесь?» Лягушка отвечает: «Да вот, доктор, что так задница прилипла?» Сидят Гена и Чебурашка в окопе. Гена из пулемета строчит, а Чебурашка к нему пристает: «Гена, Ген, а чем кровь пахнет?» «Отстань, Чебурашка!» «Гена, Ген, ну чем кровь пахнет?» «Отстань, Чебурашка!» «Ген, ну, Ген, скажи, скажи, чем кровь пахнет?» «Да говном, отстань!» «Ой, Ген, я весь в крови!» Косяк диких уток летит на юг. Молодой утенок спрашивает: «А почему мы летим все время за одним вожаком?» «Потому что у него есть карта». Крокодила переехала поездом. Голова поворачивается к отрезанной части и говорит: «Ну что, жопа, допрыгалась?» Снесла курица яйцо весом 5 килограмм. Приехал корреспондент и спрашивает у курицы: «Как это у вас получилось?» «Секрет». «Ваши планы на будущее?» «Снести яйцо 7 килограмм». Корреспондент идет к петуху и спрашивает: «Как это у вас получилось?» «Секрет». «Ваши планы на будущее?»
надавать по роже страусу. Звери выпили. Показалось мало. Решили послать за бутылкой черепаху. Сунули ей деньги в пасть и вытолкали за кусты. Чеши за угол. Час ждут. Другой, третий. Но выдержали. Стали ругать. Лиса, вот кляча, сдохнешь, не дождешься. Крокодил, старая курва, придет, руки-ноги поотрываю. Тут из кустов показывается черепашья голова и произносит: а если вы будете ругаться, вообще никуда не пойду. Плывет корова по океану, мимо летит чайка и спрашивает: эй, корова, куда плывешь? В Африку. Так это же в другую сторону. А мне какая разница? Все равно не доплыву. Волк донимает Чебурашку, а тот не знает, как от него отвязаться. Потом и говорит: волк, хочешь, чтобы у тебя член до земли был? Конечно, хочу. Гена, откуси ему ноги. Решили колобок, жираф и бегемот утопиться. Колобок на воде держится, у жирафа голова из воды торчит, а бегемот плавает хорошо. Решили повеситься. Колобку не за что веревку цеплять, у жирафа сук как раз по шею, у бегемота тоже ничего не получается, сук ломается. Решили спрыгнуть с 16-этажки. Колобок считает: раз, два, три, прыгнул. От земли отскочил и опять на крыше оказался. Жираф считает: раз, два, три, прыгнул и на землю встал. Бегемот считает: раз, два, три, песок, глина, уголь. Привет шахтерам! На американской базе в бассейне, где плавают дельфины, опустили микрофон записывать разговор умных животных. Один дельфин другому говорит: скажи-ка что-нибудь по-русски. Вот забегают. Новый раздел книги называется «Юмор в коротких штанишках. Вовочка и другие». Совсем маленькие мальчик и девочка рассматривают книгу Брэма «Жизнь животных». Заспорили. Может, не может, может, не может. Пойдем бабушку спросим. Прибегает на кухню: бабушка, у тебя могут быть дети? Ну что вы, милые, конечно нет. Я тебе говорил, что она самец. Вовочкины родители легли спать. Под дверью стоит Вовочка и подслушивает. Дорогой, я бы хотела девочку. Хорошо, будет девочка. В комнату влетает Вовочка. А мне саблю, альбом для марок, велосипед. В бане два маленьких мальчика увидели голову мужчину с большим животом. Спрашивает его дядя: а что у тебя в животе? Бомба. Один другому говорит тихо: давай взорвем ее. Опасно, очень короткий фитиль. В дверь кто-то стучится. Миссис Джонс сняла цепочку и видит маленького мальчика с луком в руках. Миссис Джонс, вы не отдадите мне мою стрелу? Конечно, маленький, где она? Застряла в вашей кошке. Вовочка спрашивает у папы: скажи, как я на свет появился? Да мы с мамой купили тебя в универсаме. Ничего Вовочка не сказал на это. А вечером, когда Вовочка заснул, отец увидел на столе раскрытую тетрадку, дневник, который вел Вовочка. Последняя запись: сегодня говорил с отцом на сексуальную тему. На сексуальную тему. Дуб дубом. Два малыша рассматривают картину, на которой изображены Адам и Ева в первые дни своего создания. «А какой из них муж?» — спрашивает маленькая девочка своего брата. «Откуда я знаю?» — отвечает он. «На них нет никакой одежды». Вовочка надевает на ботинки калоши. Мама говорит ему: «Вовочка, на улице сухо, грязи нет, а я найду». Маленький мальчик ушел в лес и пропал. Мать ждет его, бегает вокруг дачи, зовет. Наконец он появился. Деды пропадал, ушел на полчаса, а пришел через два. Там мама в лесу. Было так интересно. На поляне голый дядя бегал за голой тетей. Вот и не надо было на них смотреть. Это сумасшедшие люди.
Ну, тетя-то, может, и сумасшедшая, а вот дядя точно нет. Это был наш папа. Первый школьный день. Учительница рассаживает первоклассников за парты. Олечка, ты сядешь вместе с Вовочкой. Я не сяду. Почему? У него баба в первом А. Молодые супруги 1 сентября провожают сына в первый класс. Новая форма, цветы. После уроков встречают сына, он бросает портфель на диван и говорит: «Что же вы меня не предупредили, что это волынка на 10 лет?» Ученик пришел из школы, бабушка его спрашивает: «Ну и чем вы, Петенька, сегодня занимались в школе?» «Бабушка, мы на уроке химии делали опыты со взрывчатыми веществами». «А что же у вас завтра будет в школе?» «В какой школе, бабушка?» Мальчики из 3-го А пишут девочкам в 3-й Б: «Приходите сегодня вечером в парк, будем целоваться». Девочки отвечают: «Если только за этим, то пишите в 1-й А». В школе учитель спрашивает ученика: «Когда умер Александр Македонский?» «Умер? Я даже не знал, что он болел». «Что значит «королева подарила своему супругу сына»?» — спросила маленькая Катя учительницу. «Это значит, — отвечает учительница, — что она родила ему сына». Через несколько дней Катя, сияя от радости, прибежала к учительнице: «Марья Петровна, вчера был мой день рождения. Что тебе подарили?» «Тетя Лида родила мне маленькую таксу». Учитель спрашивает ученика: «Петухов, назови мне двузначное число». «27. А если переставить цифры наоборот, сколько получится?» «Я не знаю». «Садись». «Ивашкин, назови мне двузначное число». «35. А если переставить цифры?» «Я не знаю». «Равинович, назови мне 66 и 33. А теперь начинайте ваши фигли-мигли». Учитель спрашивает ученика: «Скажи мне, Соколов, какое самое благоприятное время для сбора яблок?» «Когда собака привязана». Ученик приходит в класс с распухшей губой. Товарищи спрашивают, что с ним. «Да в воскресенье катались по озеру с отцом на лодке, а мне на губу оса села». «Чтобы я согнал». «Не успел. Отец ее веслом убил». Мальчик приходит из школы. Отец спрашивает его: «Тебя сегодня вызывали?» «Да». «Завтра вызывает тебя». Мать спрашивает сына: «Что-то я не вижу твоего школьного дневника, а у меня его Васька взял, чтобы родителей попугать. Петя, кем бы ты хотел быть, когда вырастешь?» «Генералом». «Но ведь тогда тебя на войне могут убить». «Кто?» «Неприятель». «Тогда я лучше буду неприятелем». «Папочка, сегодня у нас в школе сокращенное родительское собрание». «Что значит сокращенное?» «Ты, я и директор». Возле памятника Пушкину стоит почетный караул из 2 пионеров. Подходит Вовочка и спрашивает: «Кому памятник?» Пионер отвечает: «Пушкину». «Это который Муму написал?» «Ты что, дурак? Муму Тургеневу написал». «А это Пушкин». Вовочка задумался, а через некоторое время говорит: «Что-то я вас не пойму. Муму Тургеневу написал, а памятник Пушкину поставили». «А памятник Пушкину поставили». На стройку привели на экскурсию Вовочку и других детей. Экскурсовод раздал им каски. «Дети, наденьте их, а то был такой случай». Мальчик с девочкой пошли на стройку. Девочка была в каске, а мальчик нет. На голову им упало по кирпичу, мальчик умер, а девочка засмеялась и убежала. Вовочка воскликнул: «А я знаю эту девочку. Она до сих пор бегает в каске и смеется». В виноводочный отдел заходит пионерка: «Тетечка, дайте мне, пожалуйста, 9 бутылок портвейна». «А не будет ли тебе тяжело, девочка?» «Вот я и думаю, может, 3 здесь выжрать?»
На улице, дядь, дай закурить. А волшебное слово? А в глаз? После новогодней елки в детском саду отец говорит сыну: сынок, ты уже большой и должен знать, что никакого Деда Мороза нет, это был я. Да, я знаю, ведь аист это тоже ты. Петя, скушай эту конфетку. Спасибо, милый. Вкусно? Очень. Странно. Почему тогда и собака, и кошка все время ее выплевывали? Маленький Сережа нарисовал портрет своего отца, тот посмотрел рисунок и сказал: недурно, очень недурно, но почему ты мне нарисовал зеленые волосы, а у меня не было лысой краски? Мама, купи мне кроссовки. Какие кроссовки? Ты еще коньки не износил. Вовочка пишет сочинение на тему «Весна». Солнце, снег начинает таять, волки трахаются. Учительница: Вовочка, это неудобно. Конечно, ноги ведь разъезжаются. Абсолютно лысая девочка с огромным бантом на голове идет по улице. Девочка, как у тебя бант держится? А как прибили, так и держится. Маленький Эраст приходит в школу с плохо приготовленными уроками. Учительница спрашивает, в чем дело? Да у меня постоянно ссорится отец с мамой. Мать я твою видела, говорит учительница. А кто твой отец? Вот как раз из-за этого они ссорятся. Учительница, которая вела в младших классах уроки богословия, спрашивает, что это за маленькое создание в коричневой шубке с длинным пушистым хвостом прыгает с ветки на ветку и собирает орешки? Маленький Оскар поднял руку и ответил: с обычной точки зрения, это должна быть белка. Но поскольку об этом спрашиваете именно вы, то стало быть, это Иисус Христос. Мама шепотом: Томми, твой дедушка очень болен, скажи ему что-нибудь ободряющее. Томми, дедушка, ты хотел бы, чтобы на твоих похоронах играл военный оркестр? Гости сели за стол, хозяйка в последний раз окинула взглядом сервировку стола и заметила маленькую оплошность. «Катя», — спросила она дочку, — «почему ты Ивану Ивановичу не положила ни ножа, ни вилки?» «А папа сказал, что он ест как лошадь!» Вовочка спрашивает доктора: «Дядя доктор, а шестилетняя девочка может забеременеть?» «Нет». «Шантажистка!»